Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился сегодня с муфтием Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбером Кыргановым. Речь шла об укреплении межконфессионального взаимодействия, гармонизации межнациональных отношений. Муфтий Альбир Хазрат, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России, рассказал об участии в сессии ОБСЕ, которая проходила в Варшаве, о работе с крымскими татарами, о том, что мусульмане Чувашии полностью поддерживают политику России по борьбе с экстремизмом. Все конфессии чувствуют себя на чувашской земле комфортно, я это хочу подчеркнуть, и полагаю, и рассчитываю в дальнейшем, что мы также эффективно будем работать. Кроме того, Михаил Игнатьев и Альбир Кырганов обсудили вопросы проведения сельского экономического форума. Если в том году у нас принимали участие представители Китая, Ирана и Турции, в этом году хотят приехать делегации из Израиля, малазийская делегация и ряд арабских стран тоже заинтересовалась вот данной темой.